Привет! С вами Анджела Валькирия. Она бежит за воришкой-енотиком. Вперед, вперед! Всем привет, друзья! Воришка-енот снова с нами. Точнее, он опять украл золото. Ух ты! Магнит! Все золото ко мне само прилетит. Скорее, скорее, догоним его. Конечно, конечно, Анджела. Ты такая красивая и так быстро бегаешь. Вау, это очень красиво. Но не врезайся, пожалуйста. Простите меня. Пожалуйста, простите меня. А вон и воришка. Догоню, догоню, поймаю. Не убежишь. Все равно в следующий раз тебя поймаю. Магнит закончился, и теперь я сама собираю все слитки золота. Молодец, Анджела. Осторожнее только с препятствиями. Ух ты, пещерка, куда она нас приведет? Вау, это пустыня? Мне нравится эта пустыня, а тебе, Анджела? И мне нравится, здесь так прикольненько. Только все быстро, очень-очень быстро двигается. Ой. Мы спасем тебя, не переживай. Главное, беги и собирай по 2 слитка золота. Вау. Нет-нет, чуть не врезались. Анджела вовремя прыгнула и поэтому не врезалась в препятствие, только немножко споткнулась. Так, очки удваиваются. Вау! Мы сможем собрать вдвое больше очков. Это круто! Ой-ой-ой! Не в ту сторону. Продолжаем бежать. Сколько много магнитиков, а где же шлемы? Да-да-да, где же шлемы? Вот они бы меня защищали и помогали. Енот-воришка побежал в пещеру. Я за ним. Это его тайное подземелье. Оно раскрыто. Догони воришку. Так-так-так. Енот-воришка-злишка? Получишь у меня сейчас. Ох, получишь. Вперед, вперед, сейчас поймаю тебя. Дубашу молоточка правосудия. Анджела, молоточек у тебя с собой? Конечно, с собой. Вот и все, попался. На тебе, держи, 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 держи. Вот так, получай, получай, получай. Ты заслужил этого. Все золото с тебя выбили. 3 звезды получили. 2 бриллиантика и 500 золота дополнительно. Вау! Классно, классно. Еще хочу воришку бить. Еще хочу воришку бить. Ребята, напишите нам, кто хочет бить воришку. Самолетик, самолетик. Ой, там еще и шлем был. Но мы уже полетели. Ладно. Главное, самолетик есть. Лечу, лечу! Здорово! Так классно лететь на самолетике. Магнита только не хватает, и золото само бы ко мне прилетало. Ой-ой-ой, прыжок! Какой парашют у тебя яркий, желтенький. Мне нравится. Давай пойдем вот в эту пещерку. На пляж попали мы. Тут красиво, мне нравится. Пальмы, море, солнце, конечно, нравится. Кому это может не понравиться? Эх, хочу в отпуск. Анджела, ну ты в любой момент можешь взять в отпуск. Нет, не могу. У меня дела. Нужно догонять воришку-злишку. Кто вместо меня будет его догонять? Конечно, Анджела, мы тебя очень любим и, наверное, не отпустим в отпуск, потому что ты нам нужна догонять воришку. Немножко врезались, но теперь бежим, бежим дальше. Вау! Там был шлем. Уф, проскочили, я думала, мы врежемся, а мы успели проскочить. Молодец, Анджела. Но зато шлем не взяли. Какая скорость! Главное не врезаться никуда. Опа, опа!
Магнитик собирает все золото, а нам главное бежать. Бежать, бежать изо всех сил. И магнитик сам собирает золото. А где енот воришка? Я давно его не видела. Давайте поймаем воришку. Опа! Как я прыгаю, видели? Здорово, здорово, Анджела, ты прыгаешь. А воришку я тоже не вижу. Где-то он там далеко-далеко убежал. Не видно его. Может, он остановится отдыхать, а мы его догоним. Вот с высоты полета сейчас увидим, наверное, воришку. Вон он, вижу воришку-злишку. Кто увидел, ребята, воришку, тоже ставьте лайк. Вон он убегает от нас. Там внизу и шлемы, и всякие награды, а мы тут летим. Зато летать тоже весело, я с парашюта еще раз прыгну. У меня уже 375 прыжков с парашютом. Вот это 376-й. Кстати, ребята, поздравляем с окончанием школы. Может, кто-то закончил первый, кто-то второй, третий, четвертый или пятый класс. Поздравляем, поздравляем вас. Поздравляем отличников и ударников. А троечникам желаем подтянуться в следующем году, хорошо учиться. И тогда вы будете даже отличниками. Ой, Анджела, осторожнее, осторожнее. Вот Анджела у нас отличница. Она отлично справляется со своей миссией Анджела Валькирии. Догоняет воришку-енотика. Ребята, ну что ж, всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки!